Ярославцы идут служить в Москву. 19 призывников отправятся в элитный президентский полк, а также в комендантский Преображенский полк Министерства обороны России. Проводить ребят сегодня собрались их родители, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил юношей с наступлением ответственных армейских будней. Все новобранцы прошли отбор в специальной комиссии. Тот, кто идет в президентский полк, должен иметь острое зрение и слух, высокий рост при небольшом весе, а также незапятнанную репутацию. Я хотел бы в этот день всем вам пожелать успехов, доброго здоровья, упорства в достижении целей, а также, конечно, успехов в боевой и физической подготовке. И хотел бы сегодня в этот день пожелать вам успешной армейской службы. Я уверен, что вы не подведете.